Шеф-повар Максим Григорьев. Самса с картошкой и мясом. Пластичное слоеное тесто легко раскатывается, не прилипает ни к скалке, ни к ладоням, без труда формуется и позволяет наполнить изделие большим количеством начинки. В итоге самса получается с тонкой, ломкой оболочкой и за счет сваренного в мундире картофеля, с нежной сердцевиной. Время приготовления – 1 час. Ингредиенты. Вода 120 мл. Говяжий фарш 300 грамм. Желтки куриные 1 штука. Картофель 2 штуки. Лук репчатый 0,1 штук. Масло сливочное 100 грамм. Мука пшеничная 500 грамм. Перец черный молотый 3 грамма. Соль 5 грамм. Яйца куриные 1 штука. Шаг 1. Подготовим муку, масло, яйцо, специи, говяжий фарш, картофель, воду, репчатый лук. Шаг 2. К просеянной муке, около 400 грамм, бросаем 1 щепоть соли, вбиваем 1 яйцо, опускаем куски масла, 70 грамм, и частями вливаем теплую воду, 120 мл. Замешиваем, и по ходу регулируем норму муки. Шаг 3. Скатываем гладкий шар, накрываем полотенцем и оставляем на 15 минут в покое. Шаг 4. Отдохнувшее от рук слоеное тесто делим на 3 равные по весу части, каждую раскатываем тонким прямоугольным пластом, смазываем растопленным маслом. Шаг 5. Один промасленный пласт накрываем другим, всего 3 слоя. Шаг 6. Сворачиваем плотным рулетом. Шаг 7. Разрезаем кольцами, шириной около 1 сантиметра. Шаг 8. Растягиваем круглые лепешки диаметром примерно 12 сантиметров. Шаг 9. Из сырого фарша, 300 грамм, мелко порубленного лука, 1/4 луковицы, 3 грамма черного молотого перца, отваренного в мундире и натертого тонкой стружкой картофеля, 2 штуки, скатываем шарики, размещаем по центру заготовок. Шаг 10. Мучную основу скрепляем пальцами с одного края, доводим до центра. Шаг 11. Затем формируем треугольник, прячем начинку. Шаг 12. Выкладываем швом вниз на противень с пергаментом. Выпекаем 30 минут при температуре 180, полуфабрикат отправляем в заранее раскаленную печь. Шаг 13. Почти готовую самсу смазываем 1 взболтанным яичным желтком или маслом, по желанию возвращаем в печь еще на 3-5 минут. Шаг 14. Подрумяненную самсу с картофелем и мясом перед подачей остужаем. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.